довольно-таки камерный. Ну, характерное цветовое решение. Мы с вами вчера отметили, да, что это не традиционный голубой цвет, а какой-то такой, да, даже немножко сиреневый. Фиолетовый, да, такой. 15-133 у Минагавы. Но, к сожалению, она очень высокая. Но она дала повод. У нее было две серьезных ошибки. Елизавета Назаренкова. Елизавета Назаренкова. Я вчера посмотрела документы, Елена, и заметила, что везде, в каждом виде, Лиде не повезло, она всегда или девятая была, в финал не попала, или десятый результат. Вот очень хочется, чтобы сегодня у нее сложилось. Да, эта девушка совсем еще недавно выступала за Россию, но в мае месяце исполком ФИШ принял решение, то есть разрешил сменить спортивное гражданство, и сейчас она выступает за Узбекистан. Ну, согласитесь, это продолжение ее спортивной жизни, потому что в России столько спортсменов, скамейка запасных очень длинная. Видимо, Лиза вместе рассчитала со своим педагогом, что лучше продлить себе спортивную жизнь, выступать за другую страну. Ну, а тренирует эту девушку Наталья Горбулина. Тренер хорошо, наверное, всем известный, Вера Сесина, чемпионки мира и Европы, неоднократные заслуженные мастера спорта. Кстати, Московская детская юношеская школа номер 42, там есть отделение художественной гимнастики, оно так и называется — школа Веры Сесиной. Так что будем популяризировать с вами художественную гимнастику и приглашать маленьких девочек и их родителей заняться этим видом спорта. Плохо сделала Лиза. Первый вид всегда очень сложно начинать. Видимо, сейчас немножечко разойдется. Была небольшая помарочка у нее. Но я думаю, что ее тренер доволен, потому что всегда трудно начинать. Это вообще Лизин первый чемпионат мира. Дай бог, не последний. Пожелаем ей удачи, как красиво скручен пируэт. Великолепно нам режиссер это показал. Все-таки взрослые спортсменки. Ну, это предыдущая гимнастка Виктория Мазур, ее тренер Ирина Зелегина. Оценка. Вы знаете, честно говоря, так как-то сдерживают первый поток судей. Я думаю, что будет повыше, оценка, да? Немножко повыше. Да. Видимо, вот заявила, вот про что я вчера и говорила. Запись.